Друзья, ну вот посмотрите, все-таки я купил парктроник, да, в прошлом видео вы его видели, на мужик, который продавал на базаре, не дал провода к нему. Я взял компьютер, из компьютера отрезал провода. Подходят идеально, вот смотрите, видите, вот такие желтенькие проводочки. Ну вот включили мы его от зарядки, и вот эти датчики мы выложили, видите, друзья. Ну и вот смотрите, что он показывает. Все пищит и пищит и пищит, никак не уймется. Сумасшедший, никак не уймется, видите, друзья, все пищит, пищит, пищит парктроник. Ну вот я его, когда, смотри, накрыл рукой, все встает нормально, видите, накрыл рукой, что мне током бьет, надо забрать это. Вот, накрыл, друзья, рукой, видите, становится нормально. Значит, что мы делаем, значит, надо... Видите, этот блок, он открытый. Надо его поместить в железную коробку. Или взять фольгу. Я возьму еще фольгу. Друзья, надо взять фольгу для запекания хотя бы. И обмотать полностью все-все провода. Обмотать, друзья, фольгой. Потому что, видите, это ультразвуки. Он, наверное, это же, я так полагаю, радиогенераторы, да? Типа радиосигналы идут. Вот, и они друг на друга наводятся, да? И оно все неправильно показывает, скачет. Врет, обманывает. Потому что помехи, друзья, помехи от всего наводятся на эту штуку, да. Она, видите, забрал руку, все, она сигналит. Вот руку закрыл рукой плотно, да, видите, более-менее стало как-то тише. Вот поэтому, друзья, надо взять железную коробку, фольгу, и все хорошо, плотно, провода полностью от самых датчиков и до конца обмотать фольгой, чтобы не было никаких наводок. Наводки, я понял. Наверное, разница в том, что дорогой и дешевый. Дорогой он, наверное, может в железный экранированный. Вот, накрыл рукой, все, лучше становится. Ну, я там просто, у меня руки заняты, я накрывал два раза, когда... То, когда я накрывал два раза, двумя руками, то было еще лучше, четче было. Вот, поэтому нужно его полностью обмотать фольгой, все экранировать. Экранировать фольгой. Фольгу еще, наверное, скорее всего, заземлить. Кузову к 12, этому кузову приложить. Вот, тогда будет очень надежно работать, друзья, мое такое мнение. Вы подписывайтесь на канал, я вам покажу, расскажу, что. Что тут должно быть. В общем, вот такой вот мужик в ракушке. Как бы сказать, нехороший мужик. Дал нам вот этот вот без проводов. Не дал нам провода на плюс-минус. Ну, наверное, сховал себе. Думает, продам провода отдельно. Вот, он показал, говорит, вот провод, все, дал мне, я же ему еще говорю, я никогда не видел таких вещей, первый раз в жизни беру, поэтому говорю, положи мне, все там правильно сделай. Да, провод мне сетевой не дал для розетки, ну, для там, для чего там, пришлось самому подбирать. Для того, чтобы подобрать, мне пришлось раскрутить этот блок, посмотреть, где у него плюс-минус, где у него конденсатор, там большой конденсатор, я сориентировался по нему, что конденсатор дает минус конденсатора, нашел где здесь, и плюс нашел где. И вот таким образом подключил. Нашел, короче говоря, конденсатор, он идет у него прямой минус. И я определил, где минус. А уже где плюс, определить было уже несложно. Там три провода, один лишний. Ни к чему не подсоединен, значит один минус, второй плюс. Вот так вот пришлось сделать, друзья. Так что вот смотрите. И когда будете покупать, проверьте все, каждый проводочек. Вот он мне не дал проводочков, и все. И что с ним делать? Ну хорошо, что я с компьютера открыл, отрезал ножницами провода от компьютера. Там, где они идут на светодиоды, вот эти винчестер, что мигает. Вот эти я и отрезал провода. Будет у меня компьютер без светодиодов теперь. Вот. А, вот такие датчики, вот они, видите? Все пищат и пищат и пищат. Там ничем не светятся, они ничем не светятся. Вот такие датчики. Корявые пластик, корявые, все корявые, в общем, все барахло. В общем, гадость, так сказать. Но так как первый раз, я попробую просто. Будем смотреть, как я его устанавливаю, друзья. Будем смотреть на машину. Я надо все фольгой промотать. Все промотать фольгой. Обязательно все провода фольгой и скотчем. А фольгу надо подключить провода и заземлить фольгу о кузов автомобиля, чтобы она не пищала и не мутила ничего.